Я позабочусь. Мне сначала, как обычно, не фартит. За мной сразу пять тел прыгают, блядь, и сразу кладут бьют меня. Ладно, могло быть иначе. Чё, как обычно, та же страта? Ага. Блять, он чуть-чуть это прошел. Вижу движение! Цель обнаружена! Противник высаживается в районе операции. Вижу движение! Цель там! Просто за дверью хуй сел, блядь. Ja, kommt beide mit der Pumpe. Ваш союзник попал в кулак. Если он выживет, то вернется на фронт. Ты ко мне идут уже? Смотри, аккуратнее, ты же с короной. Бери, не дам что ли. А, ты не брал, все нормально. Да бля, я зачем он побежал, просто хуй за дверью все. Причем я он без брони был. А у меня две за этого не были. Он меня, блядь, прострелил, я ему один патрон только попал, блядь, с этой. Приведи себя в порядок, скоро твоя очередь. Сейчас отомстим. Победишь здесь, вернешься на поле боя. Проиграешь, тебе конец. Твоя очередь, солдат. Разберись с этой сволочью. Ох, ебучая. Да я считаю, как я захуярил. Готовься к возвращению в бой. Так, у нас выстрелило прям нормально в зоне. Я загляну туда, это кому-нибудь надо? Да не-не-не, поехали вон. Вам это никому не надо? А зачем обратно лететь, если мы прямо в зоне шикарно? Да их и так кто-то бычек бьет. Мы ему только стрельнем, чтобы гадочку не играем. Газ перемещается. Вы теперь цель номер один. Смотрите в оба. Да сука! Мы в зоне высадки. Глядите в оба. Ой, там уже снайпер целится. Вражеская команда открыла. Вижу движение! Будьте на щеку! Рядом кто-то. Пойдем в дом. Они там дерутся. Ну. Или прям к ним пойдем? Да, погнали. Кидаю гранату! Попал?
Вижу движение! Нам поднимается. Да, 19 метров. Не стреляй! Бля, я тоже дробаш хочу. Я то их. 40 секунд еще осталось. Где? Датчиком чекаю пока. А вон. Мне кажется, короче, если ты берешь корону и начинаешь бегать, то тогда люди думают, бля, ебать, это ж по-любому читер. Обычно, если берешь корону, то сидят. Ну. Да-да. Поэтому они просто не хотят на нас нападать. Это по-разному бывает. Вы успешно защитили себя. Так, магаз сзади. Если что-то нужно, загляните к этому продавцу. Пойдем за магаз. Ага. Я поведу, слезай. Я беру бэпку. Здесь немного налички. Союзная посылка с комплектом уже в пути. Ау, я ее наклонил. Пока она летела, и все, я здравошел. Сразу жизнь не прожита зря. У меня есть бэпка? Давай. О, баунто забрали наш. Забрали. Наш баунто забрали. Да. Выдвигаюсь. Над нами наш БПЛА. Вам отправлена посылка с комплектом. Мы в этом доме. Внимание, газ! Найдена новая безопасная зона. Я хилюсь пока. Один готов. Хорош. Ну, там что-то. Вижу движение! Хотя я в соло, короче, играл. И вместо того, чтобы взять комплект, я повесил на него сишку и взорвал себя, блядь. Бывает. Так, у меня есть дрон, короче, я могу чекнуть. Пошли. Я загляну туда. Я сюда. Вон там, да? Туда, а, вон, тачка стоит. Эй, смотрите, машина! Подожди чуть-чуть. Ух, прям. Он на магазине, скорее всего, сейчас покупать будет своего. Загляните к этому продавцу. Ага. Да, долбаная трава.
Я ему броню крякнул, и все. Ничего. Когда? А там два хэта, и он бы сдох. В стадионе сидит. Это... Да, без этих. Кто там позвонил? Может, пойдем в глубь зону лучше, а не к да, стадиону? Да, пойдем. Ну там вот на магазе кого-то выкупили. Я бы отдал им вражеский вот. Пополам. Я убил. Броню крякнул. Он вот здесь один, по-моему. Враги, там! Как двое ехал. Там это, патрончики есть, ЧВшки? Я не бомжи. Нету. Пойдем туда в сторону магазина. Вот это если вот, они там тусуются. Это я позаимствую. Фантосов нету, только вот здесь. Вам это никому не надо. Неплохая штука. На этом если магазине что-то нужно, загляните к этому продавцу. Давай я, знаешь, что сделаю? Сейчас я этот дрон запущу. Не, я так пролетел, никого не вижу. Я вот здесь пролетел, до этого если магаза долетел. Нужно, меня, так вот, и потом туда. Сюда посмотрел. На баунтаж нашел. Я заглянул туда. Вижу движение! Ладно. Приближается газ. Идем отмечаю закрыл. Новую безопасную зону. Доел. Там двоих много? А? Вот дрон летает. А, вижу. Есть. А, отвечает. Нет, нет, дрон летал, я прям слышал дроны. Ага. Границы безопасной зоны смещаются. Дронов нет, он... Две обоймы. Одна заряжена, еще одна есть. Чуть-чуть надо? ЧВшки. Две обоймы, а, одну обойму. Ну, 60 патронов хотя бы. Благодарю. Я бабку возьми заодно. Нашел деньги. Не, у тебя надо было сам реанимацию.
какой-то сундук. Вражеская вертушка! Цель обнаружена! Нам еще 4 сотки, 8 соток найти. Ага. Можно будет бабку взять. Нашел. А, во, все. Можно за бабкой идти. Не стреляют, это себовая тачка и по дороге. Давай, сверни к нам. Я за бабкой. Нашел деньги. Сейчас следующую зону посмотрим, и там уже юзать будут. Мне кажется, нам ближе к центру нужно будет убегать. Я сюда! Сейчас посмотрим. Она будет ближе к центру. Газ приближается. Отмечаю безопасную зону. А, в принципе, в порту и будет зона. А тачка где остановилась? Я сюда. Я проверю, ага. Отмена нами наш БПЛА. Начинает разведку. Вон там. Я пошел. Отмена последнюю. Два чела на крыше дрочит. Сейчас кто-то шьют. Вижу движение. Баба сидит на щелбаке. Да хуй на него, этот снайпер ебучий. На синей метке, короче, склад. Два чела. Один в магазин. Над нами бежал, вражеский БПЛА. Конечно, забыл. Так точно. Границы безопасной зоны смещаются. Можно, короче, вот оттуда сейчас закрывать чела. Выдвигаюсь. Можно. Дождаться, блин, на полторы минуты ждать, наверное, это прям очень долго. Контакт! Ой. Выдвигаюсь. Вижу движение! О, наверх залазит. Один вот здесь. Враги, вот. Там! Ага. Если это не он спрыгнул, конечно. Я, это не меня он спрыгнул. Бок. Контакт! Доел. Нуле нормале, нуле нормале. А самое главное за жопой полить, вот за твой. Выдвигаюсь. У меня уже патронов нет. А, у меня 12 патронов, кстати, ШВшных. Нужен средний калибр. Внимание, газ! Найдена новая безопасная зона. Пошли залутаем этих. Выдвигаюсь. Нам надо либо ящик, либо идти залутать этих челов. Ну. Вот так. Я
Я пошел. Посылка с комплектом уже в пути. Бабок нету, вот это хуево. Маской? Вон. Тут блин. Крупный калибр. Вижу снаряды для гранатомета. Ладно, я возьму сейчас положу. Давай, доползи, сейчас включим. А, так ты с маской? С газиком, точнее. Ага. Я пока залутаю, то ой. Мне две обоймы. А, сейчас, да. Над нами вражеский попала. А у тебя фул прям все, да? Не, на, возьми ее одну. Круг сжимается. Я если что, на ближнем без дробаша потусуюсь. А так у меня три обоймы сейчас. И одна заряженная еще. Контакт! Но недалеко. Да. Иду туда. Я его крякнул полностью. Вот еще чел. Цель там! Квадрат отмечен! Жахните по нему! Я штурмовик 3. Цель обнаружен! Понял. Захожу на цель. Вижу движение! Цели не поражены. Вот я говорю, на синей метке у нас где-то спад. Безопасная зона сместилась. Вот чел. Меня подстрелили! Я хилюсь. Да отвали ты! Он сопомился. Благодарить потом будешь. Под нами, под нами. Но, фактин, астрон, это дай. Тебе брони надо? А, ну тут броня есть. Да. Ну все, зато мы тебе с фабриком. Смотри, где чел был. Сейчас покажу. Вот здесь. Я сейчас приближается газ. Ну этот домик вообще самый отличный, типа. Вы вошли в десятку лучше. 8 челов осталось. О, там еще. Здесь вот. Давай, мы тебя подождем, блядь. Размещаю взрывчатку. Один где-то под нами. Газ перемещается. Что типа ждем? Мы в зоне высадки. Глядите в оба. Я загляну туда. Оставил боеприпасы. Размещаю взрывчатку. Две станки отразил. Осталось всего пятеро. Они вот здесь под тобой сейчас будут перебегать. Под тобой, под тобой. Вижу движение. Два чела. Бросаю оглушающую. Вижу движение. Один сзади нас. И один где-то газ сзади рядом нас. С вами. Безопасная зона сместилась.
Заряжается газ. Нажимай. Безопасную зону. Я команда убита. Я тебя пометил. Только вы. Доведите дело до конца. Там под тобой. Газ. Найдена новая безопасная зона. Приближается газ. Хорош. Изи, изи. Да, да, да. Ты удастся до калюка понять. Mm-hmm.